Как только мне это сопоставить с МКБО? Чувак. Как мне сопоставить две вещи? Елка и человек. И человека поставишь с елкой. О, здорово, Леха. Привет, Леха, дела. Так. Я в кадре. Отлично. Привет, друзья. Это значит мой друг Леха, профессиональный фотограф. Ты что, будешь снимать? Я бухаешь, что ли? Да. Ну хорошо, давай сначала. Angry Bird. Давай. Привет, друзья. Вы хотите Angry Bird? На 8 гигов. Я хочу. Тогда ставьте лайк, репост, он там внизу. Вот. За вот лайк и репост вы получаете такие вот маленькие вот флешечки. Ну, не все, а там выборочные. Метод научного тыка. Смотрим, лайков много. Ну, значит, человек старался. И такие вот поощрительные призики. Как раз будет на Новый год вам хороший подарок. Либо вам, либо вашим близким. Да, как раз можно повесить на елку. А что? Ты говоришь конкурс, да? Я говорю конкурс. Да, а я говорю суть конкурса. На них ставить лайки, посылать друзьям, чтобы они тоже на них ставили лайки. И чем больше лайков, тем ваша фотка, значит, будет круче. А, да, это, кстати, первый приз. В преддверии Нового года зимний фотоконкурс. Ну, наверное, вы все хотите получить какие-нибудь подарочки от Деда Мороза. Вроде Деда Мороза выступаем мы и праздничное агентство «Розовый слон». А, условия конкурса простые. Ты что, на телевидении, что ли? Ты на Ютубе. Как новогоднее фото. Новогоднее фото-открытка. Да, новогоднее фото-открытка. Ёлка, наверное, да? Елка. Ну, к Новому году, это елка. Да, новогодняя елка. Елки, палки, лес густой. Новогодний Дед Мазай. Фотография. Фотографии свои. Нет. Елки не делают. Они так растут. Зачем они там делают это? Ну вот, украсить елку. А, украшенную елку. Да. Участнику необходимо креативно украсить елку и сфотографировать. Фотографии нужно загрузить в специальный альбом. В группе ВКонтакте. Ссылка внизу. Да? У тебя будет ссылка внизу? Ну, ты же сделаешь, да? Да, ссылки. Ну, все равно, значит. А что, внизу надо делать ссылки? Да, знаю. Ну, не там, короче. Да, внизу. Ну да, самые популярные фотографии. Короче, рассылайте фотографии своим друзьям, чтобы они за вас голосовали. Чем вы набираете больше голосов, тем больше шансов получить вот эту вот игрушку. iPhone 5. Если вы чуть-чуть не дотянули до iPhone 5, то у вас есть шанс получить iPad mini. Ой, глядя в кадр. За третье место участник получит фотоаппарат. Вот. Такой вот некий комплекс. То, что в будущем поможет делать более творческие снимки. Не то, что поможет делать творческие снимки, потому что этот конкурс в нашей группе далеко не последний. Мы планируем проводить его каждые 3-6 месяцев. Условие. Нужно обязательно быть в нашей группе My City Sun. Мой город солнца. Это первое, самое главное условие. Второе условие – это должен быть житель нашего города или района. Ну, все очень просто, потому что группа-то наша Солнечногорская, районная. Поэтому пользователи, которые у нас в группе, должны быть, любить свой край. Участвуйте, выигрывайте, ставьте лайки. Участнику надо нарядить. Нарядить. Блин. Сделать ребенка, посадить рядом с елкой. Да, сделать ребенка. Это как за минимум времени, да? Да, минимум времени, ну как это? За максимальное, как бы, ну как в принципе у зайчиков получается. В принципе. И необходимо разослать свои фотографии по друзьям. Представляю, как будут снимать эти вот ролики, здесь хорошо там. Там, блин, чувак, я смотрю его с удовольствием. Как так получается у него? Это дебют. Дебют? Да, это будешь называться весист Леха. А лайк Никон? Да. Я за Кэнон, кстати. Да. Ну, кстати, я тоже. Вы думаете, почему мы Никон отдаем? Потому что у нас Кэнон. Да, ну там не нужно, избавляемся от хлама. А самый активный участник фотоконкурса, который даже не загрузил фотографии, а просто комментировал, ставил лайки, репостил, получит вот такую вот симпатичную камеру, наушники.
Наушник и веб-камера. И микрофон. Для скайпа. Не обязательно, может, онлайн игры играть. Да. Или ты не играешь уже? Не играю уже давно. Блин, Леха. Так, стоп, конкурс у нас на елку или фотоконкурс? Фотоконкурс. Или нам будут елки присылать? Нет, елки нам присылать не надо. Нам только фотографии в альбомчик, там ссылочка будет под роликом. Иначе нам некуда их поместить просто на все. Я занимаюсь свадебной и семейной фотографией. Профессионально? Профессионально, конечно. Вот, а где можно посмотреть твое портфолио? А, у меня на сайте. На каком? psfoto.ru. Да. Кстати, он снимает дешево и хорошо. Угу. Выбирайте что-то одно, либо дешево, либо хорошо. Да, что выбираете? Дешево или хорошо? Либо очень быстро. Либо очень быстро. Экспресс-фото. Да, кстати, мне... Тогда где-то есть экспресс-фото. Нет, кстати, у меня в фотоаппарате тоже есть эта сверхскоростная съемка. Короче, вы все его знаете. Он фотограф.